Ну, в частности, там есть особая тема, которая называется гуманитарное сотрудничество на постсоветском пространстве. Это не такая безоблачная тема, как кажется многим. Ну, как раз в этом направлении, вас перебью, там может работать бренд Михаил Швыдкой, потому что вот на постсоветском пространстве вас знают, там, в том числе и как телеведущего. Да, и да, как... знают, действительно, это правда. Но мы все-таки на постсоветском пространстве сумели, в частности, благодаря там, усилиям и Джохан Палыевой, который сейчас работает руководителем аппарата в Думе, и Палада Бельбеляглы, и покойных нескольких людей уже, к сожалению, создать Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества. Это очень серьезная организация, у которой есть деньги, которая занимается поддерживанием гуманитарных связей на постсоветском пространстве, а значит, в какой-то степени и русского языка, потому что все между общением на постсоветском пространстве пока еще ведется на русском языке, я надеюсь, так будет впредь. Но вы должны понимать, что ареал такой сокращения русского языка в мире за последние годы – это довольно серьезная цифра, это почти 50 миллионов человек. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».